В городской думе подвели итоги конкурса «Самара космическая». Победителей выбирали в двух возрастных категориях – с 7 до 12 лет и с 13 до 18. Им вручили заслуженные дипломы и подарки. Подробности в нашем сюжете. В зале городской думы наградили школьников, чьи рисунки оказались лучшими в конкурсе «Самара космическая», посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Свои силы попробовали более 300 юных художников из 6 регионов страны. Высокий профессионализм, разный стиль исполнения. Вот было такое представление, что ребята побывали сами в космосе. Я благодарен, так сказать, нашему юному сообществу. Я благодарен городам, которые откликнулись. Организовали творческое мероприятие Дума Самары, городской департамент образования, департамент культуры и молодежной политики, а также молодежный парламент при Думе. Дети получают новые знания, изучая историю космоса, особенно когда узнают биографию Юрия Алексеевича Гагарина, наших знаменитых конструкторов. Это все на самом деле направлено не только на изучение истории, но еще на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Победители получили заслуженные дипломы и подарки, сертификаты на бесплатное посещение музея «Самара космическая», где выставлены рисунки участников. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.